что же мне загадать? Твои желания даже нашему коту известны. Да, у меня пинипуэль! Теперь надо написать письмо Деду Морозу. Дорогой дедушка Мороз, оп, я кот. Так, что же мне загадать? Маш, что делаешь? Не видишь, письмо пишу Деду Морозу. Писать. Твои желания даже нашему коту известны. Лол, лол и лол. Да прям там. Ты такой догадливый, прямо телепат. Лучше на уроках мысли учителя отгадывал. О, идея. Надо попробовать. А давай на старт. Челлендж телепатия. Привет. Сегодня я буду отгадывать Машины мысли. Ой, не смеши мои тапочки. Сегодня мы украсим ёлки! Привет, друзья! И я помогу Тимофею и Маше провести новогодний челлендж телепатия! Итак, для первого раунда у нас есть гирлянды. И кто из вас, Тимофей и Маша, будет начинать первым выбирать гирлянду? На дзын-дзын-цок! Давайте! Дзын-дзын-цок! Дзын-дзын-цок! Сосредоточься. Что ты выбираешь? Я выберу вот такую. Так, Маша, думай, что же Тима выбрал? Наверное, вот это. И показывайте. Да! Та-дам! Маша выиграла. А ёлочка будет самой красивой. А моя гирлянда уже блестит и сияет. Раунд второй! И во втором раунде вы выбираете шары. Они всякие разные, маленькие, большие, а также вот такие классные банты. Что же выбрать, чтоб Тима не догадался? Выберу вот эти. Тима, Маша сделала свой выбор. Итак. А я выберу вот такие. И что мы видим? Челлендж! Третий раунд мне очень нравится, поэтому я тебя победю! Ой, размечталась, я выбираю вот такой! Ой, выбор очевидный, даже телепатии не надо! Так, я выбираю вот этот! Ну, поднимайте свои дождики! И Маша проиграла! Я тебя обхитрил. Но зато ваши елки будут хоть чем-то отличаться. Наряжайте. Маша, что поднимает настроение в Новый год? Хлопушки! Хлопушки, бенгальские огни, салюты. И вам предстоит выбрать бенгальский огонь, хлопушка или маленькая конфетти. И у нас четвертый раунд взрывной. Эй, Тимофей, не подглядывай. Я хочу подглядывать. Нет, отворачивайся. И выбирает Маша. Я выбираю это.
Отлично! Тима, теперь за тобой выбор. Я выбираю вот это. И смотрите! И сейчас в пятом раунде новогодняя шапочка Деда Мороза и смешные новогодние очки. И что же выберет Тимофей? Я выберу все-таки вот это. Отлично. Маша, твой выбор. Я выбираю вот это. И... Да ты профессор Нового года. Не профессор, а профессорша. Одевай шапку. А я Дед Мороз. А я Дед Мороз. И надеваю очки мистер Ёлки. Вау, смотрите, это действительно мистер Ёлка. А без чего Новый год не Новый год? Без подарка. И мы выбираем подарки. Шестой раунд. Маша, начинай. Мне нравятся обои. И красная, и зеленая. Мне нравятся печеньки, а тут конфетки. Но я люблю и печеньки, и конфетки. Так, что же мне выбрать? Мне нравится обе. Лучше выберу вот эту. Может, тут попадутся какие-то игрушки. Тут Бейблэйд, а тут тоже может быть Бейблэйд. Все-таки я решу зеленую. И... Тима продул! Ну, открывайте скорее подарки! Да, Бейблэйд! И это Кайнокс, посмотри! Маша, у тебя печеньки? Вау! Твоя любимая? Да! Ребята, я так хотел Кайнокс, это супер!